Моль, пойдем. Скажи, у нас сегодня день какой-то, на нас все бросаются. Пошли днем гулять. Гулял. Да, закат красивый. Гулял какой-то маленький такой, баллонка, не баллонка, что-то такое белое, пушистое, с черными ушками. Вылетел из-за куста и бросился на Молли. Хозяева следом с криками: «Спасите, помогите!» Молли, благо у нас малышей любит, стала как вкопанная. Молли, пойдем. Стала как вкопанная, на него стоит, смотрит. Он к ней так храбро так несся, потом резко по тормозам, прямо в самой морде остановился такой. Видно, типа, ой, куда это я? За что это я сюда? Ой, жалко, что камера все время не включена и на лбу не висит. Он затормозил, Молли его понюхала, он так на нее. Хозяева подбежали, схватили его. Такие: ой, какая у вас собачка воспитанная, хорошо, какая спокойная. Сейчас идем. Мы только вышли из дома, уже такая большая собака, что спесь Бобса с канарейкой, ну как бы без разницы. Шла-шла, потом как бросится, тоже наш такой вот на рулетке, как бросится у самого носа морды. Молли щелкнула зубами и остановилась. Благо, как бы я руку вперед выставила, что Молли без рывка, спокойно, это шерсть дыбом на холке, у нее вообще как у динозавра такой, у волка, у нее как волк. Сегодня у нас какой-то день, все на нас бросаются. Мы никого не трогаем, но на нас все бросаются. Пойдем, Алеш, нам еще гулять. Смотрите, какой у нас закат. Там море в той стороне. Такая вот красота. На улице у нас сейчас, между прочим, без 20-10. Это финские белые ночи. Да, у нас в 10:15 закат. То есть все, солнце заходит. Еще пока белые ночи. Ну, где-то в конце августа уже всю ночь, вечером уже будет темнеть. Пока наслаждаемся светом, потому что зимой у нас солнце заходит в 3 часа дня. А если не раньше. Молли, пойдем. Пойдем гулять.